Привет! Сегодня я вам покажу новое приключение. Но в этот раз я уже буду не в одиночку. Со мной будет товарищ с канала Максимилиан Тадеус. Вместе с ним мы будем бороздить по просторам мира зомби-апокалипсиса, попутно наводя суету. Так как мы играем в режиме мультиплеера, появиться в одном и том же месте вдвоем будет очень непросто. Поэтому придется воспользоваться возможностями телепорта. Отбросим условности и перейдем к приключениям. Да, все ништяк, красиво. Вот это я понимаю, нормальное оружие. Появившись вместе в магазине одежды, мы сразу решили приодеться. На минутку, у нас январь месяц, и здесь будет скоро довольно холодно. Далее нам необходимо было добыть нормальное оружие, потому что текущее положение вещей вообще никуда не годится. Двинулись мы в ближайшие жилые дома, где начали искать себе оружие и прочие полезные конфетки. Попутно сражаясь с ходячими и с текущими настройками, мне отнюдь это было нелегко, в силу отсутствия мультиудара. Но другого выхода не было, и пришлось адаптироваться. У меня нож. Что мы делаем? Ну, надо, наверное, оружие найти какое-нибудь. Ну давай тогда, можно по частникам пробежаться, там будет по-любому гаражинки какие-нибудь. Ну вот, вот, пожалуйста, смотри. И там все раз... это... Да, а кстати, и... вот тут вот, за этими магазинами, там парковка, там фургончик классный стоит. О, смотри, там друзьяшки стоят. Много. А я как раз это, взломщик. Я взломщик, могу нормально крутить. А я фрилансер. Нормально, ладно, ты, короче, давай лучше не будем разделяться, это самая глупая идея. Конечно, это было бы быстро. Так, карандаш берем. Да, вот у меня тут на кухне пати происходит. Бам, 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 бам. Отходи, отходи. А, все, на. Лежать. Да, я воздух убиваю. Да. А, меня сейчас укусят, укусят. А, укусят. Все шло не так гладко, как хотелось. Товарищ успел заболеть и навести шума. Болезнь привлекала огромное количество ходячих, что создавало большие проблемы. Надо было найти медикаменты, чтобы излечить болезнь. И двигаясь по улице, мы обнаружили такое место, где можно хапнуть. Но, увы, один из нас двинул кони. Но это не стало поводом для того, чтобы сдаваться. И я переместил товарища к себе. Мы оказались в условной ловушке, откуда снова выбрался только я. Это было дико смешно. Забегай туда, я их отвлекаю на себя. Дроп, ну, все лекарства бери. Я кричу им. Блядь, короче, нахуй, я все выкидываю, блядь, из инвентаря. А, бля, бля, кусанули, бегу. Походу, убили. Да, убили. Завалили дурака. Ну все, пизда. Завалили. Да, значит, снова создам. О, тут, кстати, добротно было. Не-не-не-не-не, я, ну, там один стоял, дверину ломал. Нам, короче, надо отваливать отсюда. Там ломятся типы. Я тебе говорю, лучше нам отсюда сейчас отваливать. Их там очень много. А хоть куда-нибудь беги. А выход на... Да. Не, а тут нет выхода, блядь. Ну, воу-воу, беги-беги-беги. Я на себя. А, мама. Мамуля! Ай, меня кусанули. Ай, убили обратно. Тебя тоже. Не, я убежал. Ну, типа, иди ложись тогда, я к тебе присоединюсь. Давай. Если я не усну. Нет. Не, ничего, это ж мужицкий движ, чисто гейский. Нормальная тема. Уйдя в более тихое место, мы заглянули в магазинчик, где набрали хорошего оружия, и двинули дальше, потихоньку задумываясь о машине. И вскоре наши мысли воплотились в реальность. И машину мы раздобыли. Хоть пришлось колдовать и танцевать с бубном, добывая топляк. Тем временем мы находились в Уисвилле, и сам по себе город не маленький. Но это уже было не важно, ведь мы колесим на выезд, чтобы найти место, где смогли бы обосноваться. Так, ну я думаю, надо поскорее бы машину... Машину, о. Помнишь, где тот бус стоял? Он, ну, наверное, вот где-то сюда, вот сюда, впереди. Ой, слышишь, давай-ка, да, давай пошли. Сюда. Пошли, да, вот. Стой. Так вот. Просто великолепно. И еще и два. Можем, блин, старик, если сейчас ломанем, ты можешь походить, пока поискать эти, как там, канистры, да. А я повзламываю тачки. Так, ну что, он взламывает.
Так. Бля, это у меня тип... какой-то офис. А, это офис, я был. О, слить бензин. О, понизу. Бля, ёпта. На дебен за я одну. Надо их увезти. Они со школы все на меня, короче. Тут их штук 5-6 на меня идет. Ладно, я сейчас, короче, отведу. Угу. Один к тебе сейчас, походу, пойдет. Не отстал, стоит. Не, чё-то ко мне ползет. Слышу. Не дают они мне бензин слить, заразы такие. Вижу тачку, может сейчас я попробую ломануть. Я, если что, я там подслил бензина, так что можем это уже заправлять и уезжать. Тут тачка с ключами. Ладно, я знаю, где другая есть. Помнишь пикап белый? Возвращайся туда. Там зомби за углом сразу стоят, так что осторожно, смотри. Да, вижу. Ну, мне тоже тут сейчас я отобьюсь. Давай, я, короче, их на себя беру. А ты заливай бенз в белый пикап. Он уже взломанный. Что-то у меня походу одето такое, что замедляет мои атаки. Посмотри, что это. Кожаная куртка. Кожаная куртка, скорее всего. Сейчас посмотрим. А, да ты прав. Надо ее снять. Ну что, холодно. Кстати, в одни моменты у меня то, что темно становится. У меня тут то же самое. Ну, сейчас типа просто свет включили, ночь наступила, было темно. Так ну все, завался. Давай, я тебя прикрою пока. И похаваю немножко. Дорога выдалась веселой. Конечной нашей точкой стал недостроенный дом. Там нам пришлось потанцевать зомби и остановиться на ночлег. И закатимся. Буду медленно ехать, потому что шины, короче, говно, понял? А-а-а. Я думал, да. Это лагает, это так медленно едет. Нет. Заправляй тачку. Она как раз с твоей стороны. Блять, а почему заправить-то не могу? Ёбаный в рот. Я... Набери хотя бы канистру бенза. Я на себя его сагаю. Нет, тут пизда. Уходим. Я тебя подберу. Меня что, кусанули? Меня кусанули. Да ну нахуй. Тачка. Ну прикинь. Укус? Бля, надеюсь, не заражение. Да, если даже и заражение, я думаю. А что со стекли? А ты сел тачку? Не, газуй. Давай, выбегай к дороге. Давай, я подскочу, только не наедь, а то убьешь. Давай. Блин, давай. Тачка заглохла. Блядь. Газуй, давай, короче, давай. Вперед, газуй, я утекаю. Блин. Меня обратно кусанули. Да ты гонишь. Надо будет искать на мысе. А что со стеклом? Чего оно открыто вообще? А, так оно и было. Оно было закрыто, короче, прикинь. Оно было закрыто. Едешь? Да. Блять, споткнулся, долбоёб. Блять, ебать зомби. Ну это Луисвилл, их тут много. Так. Во-во-во-во-во, вот сюда нам, старичок. Блин, их тут миллиард тоже. Ладно, если мы как-нибудь в лесах... Давай в лесах уведем, старик. Пошли в лесах уводить, короче. Бля. Ты живешь? Живу. Ты там в лесу, что с ними танцуешь? Фу. Да, у меня их очень много. Четверо, я не справлюсь. А выходи к дому вот этому. Да, я так и сделал. Стрим готов. Где еще? Так, все, я должен с этим справлюсь. Еды не было совсем.
и южнее находился домик, открыв дверь которого, я запустил сигнализацию, с чего мы дико посмеялись. Терять времени я не стал, утонул иду с полок и ринулся помогать отбивать пришедшую толпу. С этим мы справились весьма успешно. Я сейчас проверю ботинки свои, мне кажется, потому что они тоже очень серьезно пострадали. Ну, кстати, в принципе, место здесь неплохое такое. Рядом госпиталь, можно пройдить. Ну, конечно, я думаю, мы если зайдем туда, мы не выйдем. Мы как бы в, да, морг, мы в морг зайдем и там останемся. Да. Можно сразу будет ложиться на кушетке на этом. Друг ты мой, друг ты мой. Давай жрачку, блядь, хватанем нахуй и убежим, блин. Так давай, я на себя агрю их, а ты, короче... О, ну жратки тут нормально. Если это заражение будет у меня, вот тогда нужно будет уже лупить. Ага. Так, что у них есть? У меня как джинсы вообще себя чувствуют? Джинсы замечательно себя чувствуют. Так, опять 9 еще ползут. Ого. Ну давай, ну, потихоньку да. Будем убиваться. Я думаю, справимся. Ну еще и остаток у него есть у полотенца. Прикольно. Так, а, ну, все, давай двинем к тачке нашей. Да, сейчас я пожру, старик. Попью. У меня вон там сейчас склоп. Избранный, давай. Наберу водички. Так. Что у него, лазер там есть? А, нет, лазера нет. Ой, бля, ебать. Я дурел, блядь. Что ты творишь, человек, блядь? Бля, ну мне поцарапали только. Сюда, товарищи, сюда. Сюда, эй. Ой, мама. Да, в лес. Короче, давай через тот дом их увезем, слышишь? А давай я их буду на себя пытаться. Ой. Ты будешь. А я в тачку? А ты со спины их будешь потихоньку грызть. Ну давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Это, наверное, плохая идея. Да. Их очень много, старик. Блядь. Просто ой. Блять. О-о-о, ты говорил, что я не человек фар, да? Давай, газу. Давай, заводи тачку. Финал весьма оказался ожидаемым. Машина заглохла, и нас застали врасплох.